Здесь меньше, но тоже вот она. Тоже пошла метастаза. Угу. Здесь вся гряда. Прям вот она. Все. Причем даже здесь это на левое, а здесь правое. Вот она плотная набрала. И еще внутри что-то, по-любому. Ну, здесь по-любому вон. Внутри вскрытие. Скорее всего, что-то уже есть. Уже там метастаз. Вот здесь, если прожать, здесь тоже есть какое-то что-то. Но здесь только УЗИ скажет, что это и от чего. Ну, скорее всего, если даже мы начнем оперировать, она не перенесет наркоз. С ногами мы точно не восстановимся уже, потому что тут уже даже глубоко поотелено. Это может еще будет как-то. Как-то так. Из диагностики по-любому сдавать в кровь, причем сдавать всю кровь, и биохимию, и клинику, смотреть вообще что, делать УЗИ и делать рентген на наличие метастаз здесь дальше. Сейчас я еще послушаю. Она обезвожена. Если начинаешь что-то делать, ставить катетер, капать два раза в день.